Всем привет, ребята! Вы на канале Game No Rules. Продолжаем проходить Шанка. Так, для начала мне нужно сейчас будет опять вспомнить, как вообще сражаться здесь. Вот. Ага, это гранаты. Для чего это? Потому что я, ребята, если честно, несколько... не отбежал, поэтому сложно будет сейчас опять привыкнуть. Нужно очередной раз убеждаюсь, что если начинаешь что-то проходить, вот, нужно это сразу делать. А то если потом, то как всегда, блин, забываешь, что куда жать, как кого валить. Кстати, нашел в настроечках одну классную хрень, которую я не сразу заметил. Ай-я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 й. На. Это соотношение сторон. Что-то по дефолту я оставил, которое было. Вот. А теперь тебе нормально я выставил. Вообще бы было хоть нормально бы взять себе новый мониторчик. Было бы вообще зачетно. Но думаю, в скором времени заработать это сделать. Ай-яй-яй-яй-яй. На, на, на. Боже, а их очень мало, серьезно. Давай, 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 давай. О, нужно уворачиваться. Так, нужно. Я не знаю, уходить что ли. Вот. С атаки, которые. Которые на нас делают. Вот, они зажимают, получается. Очень сложно все. Ай-яй-яй-яй. Получается, короче... Я могу сейчас умереть. Я забыл, что я хотел сказать. Пока сосредоточился на том, сколько противников, как вернуться и посмотреть, сколько у меня хп осталось. Я забыл... Это очень плохо сейчас. Ага, этого нельзя взять. Да, я, кстати, вспомнил этих больших только вот таким захватом. На. Ну, почти я с захвата убил. Давай, давай, давай. Отлично, шанс. На. Кстати, я не знаю, как я вообще дальше собираюсь проходить, если будут боссы. Тут обычные зажимают неплохо. Вот, а с боссами будет вообще, наверное, супер-мега сложно. Хотя здесь особо миссии небольшие, вот это меня радует. По сути, несколько минут только. Так, вот этого. Отлично. Почти убил. Я не знаю, стоит ли. Они поднимутся, а нет. Они тупят. Мы убьем его, чтобы он не мешал. Нам же это все идет в статистику, правильно? Так, а сейчас будет очень мощно. Самое главное, знаете, что я только убился в одном? Чтобы не было собак. Ох ты, блядь. Так, давай, давай, давай. Еще. Есть, я сбил захват. Отлично. Это самое главное, что, знаете, не было вот этих тупорылых псин. А то с ними... Ай-яй-яй, я промахнулся. С ними очень сложно. Они, блин, зажимают, и ты сосешь.
Так, есть, я его убил. Фух. А, интересно, что нажимать, когда вот такой захват идет. Кстати, здесь есть блок, нет? Блять, вот есть блок, реально. Нужно как-то переменить клавишу, я не знаю. Ну, неудобно, неудобно мне. То есть это рядом с вот этой, прыжком, захватом, да. А, ну вот видите, то есть о чем я говорю. А здесь я могу умереть. Да, вот я здесь могу умереть. С этим суперманом. Я не знаю, буду надеяться, что будут КП дальше. Потому что я умру сейчас. Есть. Ну, бля, мало-мало, серьезно. И ствол что-то медленно это делает. Нужно его валить в первую очередь. Ай-яй-яй, успокойся. На-на. Отлично. Ну, здесь получше справились. Так, пока сосредоточен. Оп-оп-оп, есть. Все, я захилялся. Кстати, полностью КП, это отличный шанс пройти эту миссию. В принципе, победить. Так. Толпой ссали, это отлично. Просто смотрите. Одна клавиша, изи. Изи все сделала вообще просто. Ай, вот это плохо было. Было бы хорошо как-то это все поднять. Охуеть, он меня наказал, конечно. Отлично. Оп. Оп, а нихуя себе, они меня кинули. Оп, уходим. Блять, вот это... Ты... Понимаете, в чем прикол? Что... я стреляю, короче... По сути... А, я хуею с вас, извините, падали. Я, короче, пытаюсь стрелять вверх, да, а у меня что-то стреляет вниз, и все. Вот, смотрите, это пиздец. Но, то есть они нереально, вот это управление немножко другое. А почему я не могу? Да ты что, ебать, я думал, он не допрыгнет. Так, успокойся, пожалуйста. Вот это, конечно, его прыжок немножко в сторону напрягает, но не мирится. Ага, хорошо, я думал, просто буду. Мне
прикалывает их появление, которое ниоткуда просто. Охуеть! Прикаляете? Я хотел перепрыгнуть и в итоге умер. Ладно. Нормально, он прыгнул, конечно. Нихуя себе, это кто, босс? И что, и как мне... А, понятно. У них, короче, гранаты. Красиво, да? Соси, короче. Ух ты. Это чё? Это гранаты. Ебануться. Вот, вот это он бьет метко, да? Оп-оп. Блять, все равно попало. Ай-я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 й. Короче, выхиляемся. Сейчас нужно уворачиваться, это очень сложно. Сами перебьют походу своих, я не знаю. Нужно как-то наверх выпрыгнуть. А сейчас нужно уворачиваться будет. Блядь, я все равно, короче, прыгнул на одну. Это плохо. Ну что ж, на этом все, ребята. Если понравилось, подписывайтесь на канал. Всем пока, ребята. До новых встреч. Было сложно.